И сад у человека, у каждого свой дом. С чего начинается дом? Как я говорю, с вешалки в театр. Неорганизованный дом нам мстит, забирая свободное время. Самое дорогое, да? У меня же была мастерская на театральной от социальной службы города. Они мне давали там помещение без аренды, но я бесплатно учила рукоделию женщин. Ну, здание случайно загорелось. И я осталась без мастерской. У меня там было порядка 200 кукол. И ко мне не пришли ни огонь, ни вода. Потолок прогнулся. Даже пожарники сказали, такого не бывает. Поэтому пришлось вот достраивать этот дом срочно и сюда перевозить всю коллекцию. Меня зовут Римма Яковлевна Тарасова. Я народный мастер России по обрядовой кукле. Каждый из нас мечтает о большом уютном доме, куда можно прийти после работы и отдохнуть. Но времени на то, чтобы ухаживать за своим жилищем, у многих не хватает. Римма Тарасова в 83 года в одиночку содержит дом, который ее стараниями превратился в музей. Музей открыла для чего? Для всех, чтобы успеть рассказать, а что ж такое был русский дом? Почему нельзя плевать на землю? Почему нельзя ругаться матом? Почему дамы должны носить украшения и не ходить в брюках? Так, ну из тех новостей, которые высвечиваются в группе, у нас вот за вчерашний день один только комментарий. Вот, количество подписчиков у нас растет. Надо еще будет выложить по поводу 22 марта 40-40. Угу. марта будет праздник, да? 40-40. То есть на Русь возвращаются 40 птиц. И каждый год я стараюсь какую-нибудь новую птицу с новыми какими-то технологиями сюда привязать. Можно и хорошую других брать. Например, у меня тибетская гимнастика. Дом я убираюсь по системе шведской. Бюджет я веду по-австрийски. Я в Вене в свое время слушала лекции. И гимнастика тибетская, чтобы хватило сил. Я работаю 16 часов в сутки, чтобы содержать дом в готовности номер один. Вы когда приходите вот к человеку в гости, да, у человека должен быть такой дом. Вы зашли в прихожую, и вы знаете, кто здесь живет. Музей, который вы сейчас здесь вы находитесь, да, он представляет коллекцию традиционных кукол, которую я собирала порядка 30 лет. Музей оказался единственный в России. Это моя мастерская, где я делаю кукол. Я вышиваю, у меня более 200 вышивок. Я вышиваю с 12 лет. Здесь постоянная выставка вышитых картин, которую тоже можно посмотреть. Я вышиваю каждый день 10 крестиков. Можно больше, но у меня только на 10 времени хватает. Римма Тарасова родилась в селе Аксовское Плесецкого района Архангельской области в 1940 году. Отец был военным, поэтому семья часто переезжала. В 41-м Тарасовы жили в разрушенном гитлеровцами городе Кимры. Далее был Ульяновск, Казахстан и, наконец, Калуга.
Эти куклы с моей родины, с Архангельской губернии. Так, рассказала мне даму 1950 года рождения. Она игровая, она из старого чулка делалась. У наших бабушек тряпочек-то не было, не было. Магазинов не было, а если и были, то денег не было. Поэтому вот и делали из бумаги. И сейчас вот потом ей надо сшить сарафан, а ног у нее не было. У бабушки спрашиваю, почему не было ног, чтобы из дома не убежала. Каждую куклу Римма Яковлевна вносит в каталог. Ведет она его уже более 30 лет. То есть я должна в паспорте написать информанта, да, кто реконструировал и как кукла делается. Вот видите, бабушка мне рассказывала, я все спрашиваю, из чего делалось, как набивалось, было ли лицо, не было, ручки как делались. Я начала ездить с 87-го года. А уже последние лет 5-6 я не езжу, бабушек нет. Спросить не у кого. То есть этот пласт культуры мы потеряли совсем. Получилось, что мы старые традиции забыли, новые не создали. Остались с фэншуем. Ну, великая китайская культура. Но мы-то не лыком шиты. У нас своего более чем достаточно. Вот мы сейчас справляем праздник Валентин, да? У нас на Руси был свой праздник богини Лады. День влюбленных всей России. Зачем нам Валентин? У нас все свое. Только мы забыли. Так вот это надо отдать успеть. Люди спрашивали у Риммы Яковлевны, кому же она передаст свои знания? Ответ пришел не сразу. Преемником оказался внук Никита Тарасов. Замерли, да. Марлен Дитрих. Не буду. Сейчас они с бабушкой вместе ведут блог о русских традициях. Мы что-то пишем, нам что-то отвечают. И всегда что-то новое узнаем. Например, да, вот последний пост был про вербу, про связанные с этим приметы, обычаи, традиции. И оказывается, что люди, которые занимаются традиционными ремеслами, которые занимаются возрождением, сохранением традиций, тоже не все знают, тоже задают вопросы, благодарят за какую-то новую информацию. И многое не знают, просят продолжать информацию. Но да. С традициями, наверное, нужно чуть-чуть остановиться и что-нибудь про дом написать. Мы с вами покупаем губки, которые моем посуду. Это голая нефть. Когда мы моем этими губками посуду, то микроэлементы нефти остаются на посуде. И мы потом их съедаем вместе с пищей. Нам это надо. Поэтому у меня другой ноу-хау. У нас дома много, например, старых занавесок капроновых, да, или еще что-то. Капрон очень хорошо моет посуду. Экологически чистый его постир. Вот я делаю себе такие губки. Каждую неделю я их меняю. И деньги не трачу на губки, да, экологически чистые. Я рассказываю о семейной экономике, как вели дом на Руси. Ведь на Руси был способ, который удваивает благосостояние семьи при той же заработной плате. По бюджету у нас с тобой. Ага. Вот по семейной экономике. Вот туда надо будет добавить. Вот идея одна вот новая пришла. Надо сюда прям добавить. Потому что я смотрю, мало отзывов здесь. Так вот, надо немножко это расшифровать. Как удвоить благосостояние семьи при той же заработной плате? Три принципа. Ну, во-первых, то, что нужно сделать, это завести расходную книгу. Никогда не ходить в магазин в день заработной платы. Вы еще бюджет свой не спланировали. Второе. Никогда не брать в долг. И последнее. То есть вы обязаны от каждого дохода отложить 10%. Это минимум. Если вы этого не делаете, вы совершаете преступление перед семьей.
отказался от кредитной карты, и, оказывается, можно жить и без долгов, самого себя, скажем так, кредитовать. На самом деле все очень просто, просто терпение и самодисциплина. И самодисциплина. Римма Тарасова училась в Московском машиностроительном институте. Получила специальность инженера-метролога. Дома она всегда ремонтировала утюги, светильники, плитки и даже спаяла себе телевизор. Вся электрика в доме и сейчас на ней. Обращаясь с мужскими инструментами на «ты», она считает важным сохранять женственность. В ее коллекции больше десятка шляпок. Три из них она сделала сама. И каждый сезон старается купить новую. Хотите, последнюю покажу? Ну как, шляпка? Купите мне с вуалью шляпку. Я научусь ее носить. Но, к сожалению, с вуалью шляпки в продаже нет. За чашкой кофе Римма Яковлевна с внуком обсуждают новые темы для интернет-публикаций. Они уже успели рассказать, как можно реставрировать антикварную мебель. Показали, как расположить шкатулки, если их много в доме. Дальше возьмутся за энциклопедию рукоделия. Откроют секреты лоскутной техники «Калужский квадрат». Но в первую очередь объяснят, как беречь здоровье дома. Занимайтесь домом, ребят, и вы будете здоровы. И в семье будет порядок. И детям будет интересно. Почему на Руси говорили «не спи головой в угол»? От чего женщин берегут украшения? Какие еще есть инструкции для создания здоровой атмосферы в доме? Римма Тарасова ответит на эти вопросы в нашем культурном блоге.